Всем привет! Хочу показать вам популярную косу, которую часто у меня просили очень сделать. В переводе с английского она называется бесконечность. Ну, в принципе, она так и плетется, как восьмерочкой такой. И сейчас мы будем с вами учиться ее плести. Отделяем макушку, делим ее на две части. С правой части сзади отделяем маленькую тоненькую прядку, и сейчас она у нас будет идти под правую и на левую, затем под левую и на правую. То есть вот такой вот восьмеркой мы будем плести наше плетение. Берем прядку, кладем под правую и кладем на левую, вот так, и опять под левую, забираем ее правой рукой и добавляем подхват этой маленькой прядки, вот, и кладем на правую. Затем поворачиваем, кладем ее под правую, добавляем к ней подхват и кладем на левую. То есть мы вот такой вот восьмеркой. Перекручиваем на левой прядке, потом перекручиваем на правой прядке. Две пряди у нас основные, то есть к ним ничего не добавляется, и они не вплетаются в косу. И вот так мы плетем всю нашу косичку, добавляя с каждой стороны подхват. Когда подхваты закончились, мы также продолжаем восьмеркой обкручивать наши две прядки этой маленькой прядочкой. Только теперь, чтобы наша маленькая прядка не заканчивалась, мы будем добавлять к ней вот так вот сзади такие тоненькие прядочки. Добавили и плетем дальше. Только не доплетайте до самого конца этой тоненькой прядки, лучше добавлять чаще. Можно каждый раз вот с каждой прядки добавлять, можно через раз, как вам удобнее и насколько хватает волос. Обкрутили, добавили, обкрутили, добавили, и так до конца. Я уже заканчиваю плести косу, и мне нужно завязать хвост. Как я это делаю? Я доплетаю и добавляю из одной центральной прядки прядь к нашему хвостику и вместе завязываю их резиночкой. Прядку я добавляю сзади, чтобы не было видно резиночки, и сзади так и завязываю. Если вам понравился этот урок, то ставьте обязательно пальчик вверх и не забудьте подписаться на мой канал.
И вот коса наша готова. Вот такой вот еще один урок мы с вами прошли. Модная очень в Инстаграме коса. Кстати, если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой Инстаграм. Там я также выкладываю мини-версии полных видеоуроков. Так что жду вас тоже там. Ну и у меня на сегодня все. До новых видео. Пока-пока.